Упс, я не надел форму, ну ладно. Тоже неплохо. Дэнсу это понравилось. А, да, дружок, теперь мы похожи друг на друга. Нам украсть что-нибудь отсюда. Вас обнаружили. Печаль. И осталось поговорить с последним, с квартирмейстером. Давайте с ним побазарим. Вайфлейм, я пока ни на чью сторону не встал. Я вообще даже не совсем познакомился. Я подземку даже не видел. Вот. Хорошо, что тут мусорок нет, а то бы, как Букер в Биошоке, хавал бы пирожки до бублики. Ох, не, мусорки есть. Когда тебе столько на металлолом сдавать будешь, да, буду. Come on, I have inventory to count. Why are you in there? I'm glad you asked. Now this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster, Proctor Teagan. The powers that be have me locked in here. So I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. So if I'm out of caps, I guess I'll just defeat the enemy with my bare hands. There's plenty of spare ammo and equipment all over the ship. You can help yourself to anything you can find. Everything in here is a bit more specialized and unique. Господа, хватит писать про то, что у него на столе лежит. Хватит, реально. Я не слепой. I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, I might have some extra work for you to do. What sort of extra work are we talking about? Oh, no. It's nothing like you're thinking. It just involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done with the meet and greet, we can discuss the details. In the meantime, if you ever need anything else, a gun, a mod, even ammo, you just let me know. Броня не наступала, а подарили? Да, Мендоса именно так. Но вообще, что я могу сказать насчет фракции? Я пока знаком только с Минитманами и с Братством Стали. Есть еще две. О, уровень новый. Так вот, две фракции есть. Так, две фракции эти называются Подземка, то есть Railroad. Мы с ними не встречались, там еще один квест есть на этом. Давайте открою, покажу. Так, Дорога к Свободе вот это называется. Значит, без пощады. Встретиться с старейшином Максоном. Встретимся. И второе, это институт. Институт мы еще не нашли, а с ними тоже можно поговорить вполне. Чтобы было больше опыта, когда дверь открываешь и терминал, замок, лучше сначала вскрыть замок, а потом можно вскрывать терминал дважды экспа. Давайте сначала вскроем замок реально. Для этого мы апнем себе наш навык взлом замков. Взломщик возьмем. У нас какой, 26 уровень? Что-то еще хорошее взять нужно? Но, по сути, нет. Четвертый уровень, например, хакера не нужен. Фанатик оружия там 39 требует. Это тоже не нужно. Тут 31 нужен. Есть некоторые, конечно, перки, которые бы я тоже взял. Например, наблюдательность бы взял. Не так уж и плохо, на самом деле. Все, что снизу, хочется, но на это очков не хватает пока. Рекомендуют, говорят, вот эту штуку, физик-ядерщик брать на 9 уровне интеллекта. Вы научились расщеплять атом. Срок действия ядерных блоков увеличивается на 25%, на 50% и на 2 раза дольше. Но для этого нужно 1, 2, 3 вложить, еще 3, то есть 6 очков нам нужно. 6. Это жесть. Взломщика берем. I never liked having squires. Со взломом так себе экспа. Надеюсь, инты делают в порядке все экспы. Сколько у нас инты на самом деле сейчас? Инты 6. Шапкой и двумя штуками еще должно быть дополнительные инты у нас. На 2 больше. То есть если мы сейчас вылезем отсюда...
Давайте оденемся. Ушанка надета, форм братства сталища надеваем. У нас инты сейчас... Инты 9. Инты 9, можно спокойно вскрывать дверь, очень сложный замок. Никто не против, на самом деле. Вас поймали на взломе. Да ладно. Какой ядерщик, зачем? Тебе же просто необходим крепкий хребет. Ну да. Вас обнаружили. Кто нас обнаружил? Ты меня пообнаруживай тут. Стелсбой, что ли, заюзать? Господа, кто на Твиче, есть ли из модераторов? Нужно одного человека успокоить немножко. Но вы видите. Привет, говорит Зара. Проще хакнуть комп, что у двери. Тогда не обнаружит. Реально, стелсбой, если заюзаю. Угу, заюзал. Так, что нам нужно? Стелсбой, помощь. Хоть на что-то ты пригодишься, друг мой. Вас не видит. Ну чуть-чуть же, чуть-чуть там хватает, еще чуть-чуть повернуть, давайте. О, есть. Так, теперь это взламываем. Трансмиттер, два сходства. Трансмиттер, нет. Вот Тричероус подходит. Давайте попробуем. Сходство 0. Нет. Вот. Дисмембер подходит. Отлично, дистанционное управление дверью. Закрыть дверь. Не будем закрывать. Так не работает. Надел вещей на интеллект, например. Поднял нужный перк, а потом вещи снял. Нет, Китаура. А Китаура есть два типа, как бы... Есть как бы два типа этих... Как их там... Обнаружили. Почему не обнаружили в стелсбое вообще? Как так? Вот вас не видят. Дэнсу это не понравилось? Карабин Гаусса. Нас обнаружили. Нас не видят. Вообще какая-то шняга полная. Бочку на голову. Ага.
нас обнаруживают вообще, объясните. What brings you to me today? Что у нас тут полезного? Патрон дробовика, калибра, комиссированные плазменные мины, импульсная граната. Ну, я думаю, основное мы уже того поимели. Так, а Паладин-то где вообще? Куда он делся? Ему это не нравится? Он что, ушел, что ли, вообще? Настолько ему не понравилось, что бросил нас? Ты воруешь Паладина с напарником Паладином. Он будет очень не любить тебя, говорит White Flame. Мод на подсветку? Нет, это перк такой. Называется сборщик хлама. Как обнаруживает, хоть что-то огнетушитель роняешь. Ну да. Так, а где Паладин Дэнс-то вообще? Он куда-то делся? А что, дверь-то открылась? Я вижу Паладина Дэнса. Паладин Дэнс в инвизе, что ли? Да, типа того. Был в инвизе. Как вообще? Как? Квест Конститюшн закончил на славе роботов, да. Эй, что ты хочешь? Что там? Just wanted to check in. See how you feel things are going between us. I don't see how this is a relevant question right now. That was all? Very well. Устрой отвлекающий маневр, взорви что-нибудь, например, реактор дирижабля, тогда всем будет точно плевать на вещи интенданта. Это да, давайте посмотрим, что у нас есть теперь. Из оружия. Гаусску мы взяли. Так, где она? Во, карабин Гаусса. Ну, выглядит далеко не так круто, как, например, в старых частях, но все равно неплохо. Потом, из одежды у нас есть X01 голова. Давайте ее наденем вместе с нашей Т-60Б головой и посмотрим, как это выглядит. Ну, выглядит стрёмно, конечно, честно скажу. Можно продать что-нибудь лишнего, так, 200, 140, 150 у этой головы, а у этой 220, 140, 150. Хорошо. Когда идешь на дело, оставляй Дайса за стеной. А, Дэнса, да, Дэнса надо оставлять. Стащил шлем, но я думаю, он не особо нам нужен, по факту там. Сколько у нас веса? 368 из 310, давайте продавать. Can I help you with anything? Have anything? I have some special mods I've been working on. Sort of a hobby I have to pass the time. Real high-powered stuff. Slap a few of them onto your weapons, and I am pretty sure they'll put a smile on your face. Let's hear a bit more about that extra work you mentioned. Hard to resist the lure of extra caps. As they say, can't win a war on an empty stomach. The food stores don't replenish themselves. So I need legs on the ground to hit up farms in the area. We'll be requisitioning a portion of their harvest, and I need that food crated and ready to go for when I send out a collection team. Your mission will be to ensure full cooperation of the civilian farmers, by any means necessary. I'm in. Perfect. I'll mark the farm on your map. Remember, guaranteed cooperation. Какие они добрые вообще. Начинают продразверстку устраивать тут. Давайте для продажи. Для того, чтобы продавать. Во-первых. Что такое? А, все нормально. Так, одежду не одеваем. Головной убор генерала, костюм Реджинальда, очки есть уже. И с помощью пивка давайте хапнем. Харизма повышает. Соответственно, у нас теперь харизма 12. Классики Гаусска Тру. А тут это не Гаусска, а Ресатрон на самом деле, говорит Билл Мэллиан. Ну что поделаешь. Hey. Это не классика. Забудьте realize, вообще про классику. Или поиграйте в Fallout of Nevada. Рекомендую. Fallout of Nevada, то, что надо. Что мы можем продать ему? Толстяка можно продать, безусловно. За сколько? За 398. У нас как бы толстяки есть. Давайте из оружия посмотрим, что тут у нас есть. Автоматический лазерный пистолет. Гладкоствольный вот пистолет продаю. С патронником.
Сфокусированный сильный. Из одежды. А что я такого понабрал-то вообще? Реально, что у меня просто некуда тащить дальше. Хлам, наверное, различный, да? В первую очередь хлам. Ну тогда, наверное, продаем действительно толстяк. У меня толстяк есть уже. Второй нафиг не сдался. Третий, четвертый, тем более тоже. X-броню еще не находил? Нет, X-броню я найду, наверное, уровне на 28-29, где-то так. На самом деле, мои уши каждый раз радуются, говорит, Синегами, когда я слышу про Fallout of Nevada. Не, Fallout of Nevada довольно нормальный, неплохой. Продаем? Да, продаем. Что-нибудь купить можем в него вообще? Боеприпасы. По 2-миллиметровых нету, к сожалению, зато есть пушечные ядра по десяточке каждой. Ядерные блоки. Некоторые израсходованные, некоторые нет. 240 всего стоит. Очень дешево. А я могу свои почем продать. Так, ядерный мини-заряд не то блок. За 155. То есть я могу где-то за 85 покупать, продавая старый и обменивая его на новый. То есть старый на новый за 85 можно обменять. Круто. Сколько у нас? 330. Еще что-то продать нужно. Может купить 5 мм? Нет, гатлинг мне не нужен. Я тяжелым оружием не пользуюсь. Грыжный гаусс наносит 192. Имеет жутковато огромный размер. А, он, кстати, может больше наносить. Можно найти легендарный гаусс какой-нибудь, который двумя пулями стреляет. Почти израсходовал, выгодно продавать. Да, почти израсходованный, продавать выгодно. Угу. У них принцип действия разные, так не очень важно. Рельсотрон на самом деле гораздо перспективнее как оружие. Давайте придумаем, что нам продать на хотя бы двадцатку. Потому что если я сюда зарезаю, сколько у нас будет веса? Нам нужно на десятку продать, даже на десятку, и то сойдет. Может, водочку продадим, а? Давайте водочку продадим. Водка 8 штук. Что дает? Максимальные очки здоровья и силу. Ничего больше, мне это нафиг не нужно. Не помнишь, где нашел костюм Реджинальда? Нашел я его в Trinity Tower. Время, ну когда вот вы находитесь где-то в районе Diamond City или чуть глубже в Бостон, то там у вас появляется сигнал. Сигнал бедствия Trinity Tower. Его вот нужно включить, прослушать, у вас квест начнется. Спасти человека в Trinity Tower одного. Вот он там выдаст костюм потом. Нет, коряпушка не нужна. Она нафиг не нужна, она очень слабая и левая. Перк на взлом роботов забавный, но полная фигня. Согласен, уверен, что это так. Водка вообще на что-нибудь нужна? Нет, но я думаю, ее купить можно всегда. Нам просто нужно время сейчас. Время, нам место нужно освободить. Лезаем. Говорим. Давай. Водочку продаем. Что еще продать? Это только на 8. Надо еще продать. Бурбон, буфаут, антирадин, омлеты, ментаты, чищенная вода, пивко. Тошку можно продать, вообще нафиг не нужно. Реактивное топливо. А что ром дает? Легкость и силу. Тоже так себе на самом деле. А пару пивка можно продать. И очищенную воду, например. Раз, два. Все равно у нас генерится. То есть нужна ли водка? Ну, хамбу так вот и есть. То есть нужна ли водка? 318 из 320. Капс отжимаем. Поехали. Что еще нам нужно? Нам нужно поговорить с Максоном. По идее, мы можем еще взять кучу квестов разных, но пока пиво не кончилось, надо быстрее к Максону. Что под пивком будем с Максоном говорить?
где он? А, он там, он. Когда же мы увидим пиларчики в исполнении моем, не знаю, Лоркан. Я бы тоже не против них поиграть, но... Другого много, и плюс пилары меня немного останавливают, самую малость. Тем, что там очень много диалогов, реально тяжело. Now that you've familiarized yourself with the Pridwin's crew, are you ready for your next assignment, brother? What sort of assignment are we talking about? The kind of assignment where all of the training you've done finally begins to pay off. Let's get right to it then, shall we? Take a look over there. That's Fort Strong, and it's infested with super mutants. Having those aberrations of nature close enough to smell is making me sick to my stomach. To make matters worse, they're sitting on top of a massive stockpile of Fat Man shells we could use in our campaign. I want you to head over there, wipe out everything that moves, and secure that stockpile. Understood? What do these shells do? The Fat Man launcher is an essential part of the Brotherhood arsenal. It's a miniature nuclear payload in a man-portable format. A squad of troops armed with one of these is virtually unstoppable. If you ever have the pleasure of firing one, allow me to give you a word of advice. Don't fire one of them in close quarters. There won't be enough of you to bury in a shoebox. That enough to go on? Consider it done. Look, I realize you're eager to take the fight to the Institute, but it'll have to wait. The Brotherhood can allow these abominations to have a nuclear arsenal at their fingertips. It'll be a pleasure to exterminate that mutant filth. Now, we have a vertibird on standby, fully armed and ready to depart. Use it to carry our message to Fort Strong and wipe those dirty mutants from the face of the earth. Dismissed. Хорошо, сесть в военный винтокрыл. Нет, не сейчас. Нам, во-первых, нужно, видимо, что-то опять-таки съесть, потому что у нас сила упала. И что теперь у нас с переносимым грузом? 318 из 310. Нам нужно что-то на силу. Пиво, наверное, еще одно. Хаба. Алкоголик я заядлый. Ну а перед этим давайте просто куда-нибудь спрыгнем. Реально. Хочу туда спрыгнуть. Сейчас мы за космодесант. Есть. Круто. Мне понравилось. Дэнс плачет от счастья и размахивает помпонами болельщицы, да. И, соответственно, нет, мы сюда не отправимся. Мы отправляемся сюда, в Sanctuary. Я что-то, знаете, протупил, можно было реально паладину скормить кучу всякого лута. Я почему-то забыл о том, что у нас переносной тоже такой, как и собака, в общем-то, работает, как переносчик груза. Фух, теперь можно бегать нормально. Ну что, давайте сделаем на этом перерыв, мне, по крайней мере, поужинать нужно точно. И сегодня я, наверное, вряд ли уже буду стримить, вот. Но за эти 4 часа мы что успели сделать? Мы выполнили квест с... кораблем Constitution. Довольно неплохой квест. Концовка, правда, довольно странная, но тоже неплохая. Ладно, годный вполне квест. Харизматичный, приятный, интересный. Ну и побывали на корабле Придвин, на дирижабле Братства Стали. Соответственно, вступили в Братство, сразу же получили ранг рыцаря и броник. Немножко там грабанули, конечно, квартирмейстера, но я думаю, он не в обиде. Макса на видок его должны были звать Владимира, а дирижабль был бомбить Содружество под музыку из Редалера. Да, Мендоса, есть что-то похожее.
Организм говорит: «А что так можно? Я всегда на вертолете спускался». Запомните, господа, вы всегда в любой момент можете в силовой броне спрыгнуть с любой высоты. Она полностью убирает любой урон от падения. Более того, когда вы спрыгиваете, то внизу, там, где приземляетесь, наносится небольшое АОЕ. То есть, если вы прыгаете на кого-то, то этих кого-то еще и продамажит и отбросит. Спасибо за стрим, говорит Антон Фиксер. Да, в общем, на сегодня все.